Zdravíme posluchače Svobodného vysílače. Dnes při rozhovoru se zajímavým hostem, s Vladimírem Negrem, který k nám zavítal do Prahy a do Bratislavy a přišel se s námi rozdělit o vlastně to krásné, to napojení, propojení se, zblížení mužem a ženy. Téma bude Anastázie a naše životy, rodové statky. Здравствуйте, Владимир Негре. Здравствуйте, очень приятно с вами встретиться и поговорить. Pro posluchače, kteří vás neznají, já bych jenom sdělila, že jste napsal 10 knížek, začalo to knížkou Anastázie o krásné ženě z Tajgy. Знаете, вот если прочитать книги с высказываниями Анастасии. Видите, когда мы прочитаем вообще книгу или книги с анастасийными выроками, когда не мешают посторонние звуки, а когда нам не прикажают звонкающие какие звуки из звонкающего пространства, или и мы слышим только звуки природы, а мы слышим только звук природы, а они сразу книги начинают оказывать влияние на душу человека. А они окамжите замаю вплывают эти звуки и информации власне на душу человека. В написании книг я не думаю, что моя заслуга большая. Akože to, že som napísal knihu, tak ja si za to neberiem nejaké veľké zásluhy, myslím si, že sú minimálne. Вот знаете, проходят конференции в разных странах. No, viete, robia sa takéto stretnutia, konferencie v rozličných štátoch. Я что-то людям рассказываю, отвечаю на вопросы. A ja niečom ľuďom rozprávam, odpovedám na otázky. Люди меня слушают внимательно. Ľudia ma počúvajú pozorne. Но как только я начинаю говорить точные фразы, которые произносила Анастасия. Ale ako náhle začínam citovať presné výroky, frázy, ktoré povedala Anastázia, zál vdruh zamirает. Tak sála zrazu zamrie, ako keby zamrzne. Tiše, tiše становится. A začína byť tam tichšie a tichšie. И люди слушают совсем по-другому. A ľudia začínajú počúvať úplne ináč. Она говорит еще и так, что как будто бы не ушами слышишь. Она розправа так, а маєте почуття, що як би почуєте не лен ушами. А как будто присутствуєш в тому, що вона говорить. Але як би сте ви були притомні в тому, о чому вона розправа. Я сам до конца ще не розібрався, що произошло. Ja ešte sám stále nerozumiem, som nepochopil úplne, že čo sa to vlastne stalo. No вот, как говорят учёные, что это Анастасия это человек. Ale ako hovoria vedci, že Anastázia je človek, в генной памяти которого сохранились. В генетической памяти ktorého sa uchovali все события, которые происходили с времен создания мира. Všetky udalosti, ktoré sa stali z času, kedy bol stvorený tento svet. В каждом человеке есть тоже эта информация. В каждом человеку є такисто тата інформація. Но современные условия быта, але сучасні подмінки життя, они не дают человеку воспользоваться этой информацией. Нам не доволю власне выжить ту информацию. Но если вы уединитесь и попытаетесь, может быть, у вас получится. Але коли поїдете некам на самоту, а будете скушать, можно са вам то и подари. Вот так примерно. Также так тут-то неяко є. Также є то так, що někteří říkají, že jsme ve fázi pročištění ty planety a vědomí lidí, anebo
už jsme zatím a můžeme vlastně kdyby se restartovat v tom novém, v tom původním. To je mnohí говорят, что мы сейчас в фазе как бы прочистения сознания, прочистения планеты, или мы уже перешли эту фазу, и мы как бы начинаем с нуля, наново все. Я думаю, что кто-то уже перешел, а кто-то еще нет. Все мысли, что некоторые уже прошли власне туту границу, а некоторые еще в той фазе прочистения. Человек свободный. Чиже свободный, вольный человек. Это человек, у которого свободная мысль. Я человек, который имеет свободную мысль. Мысль человека – это главная энергия Вселенной. Čiže myšla u člověka je ta nejdůležitější energie vesmíru. Вот давайте попробуем посмотрим, куда человек использует эту энергию. Čiže и свободен ли он на самом деле? А пойдем со позрет на то, же ako človek alebo kde človek využíva túto emóciu, či je slobodný skutočne. Вот он просыпается утром и думает, что мне сегодня одеть? Čiže ráno sa zobudí a myslí na to, čo si mám dneska obliecť. Что мне сегодня покушать? Čo mám dneska jesť? И где бы взять продукты, чтобы и на завтра было что покушать? A kde mám kúpiť nejaké potraviny alebo získať, aby som mal aj zajtra čo jesť? На каком транспорте я сегодня поеду на работу и сколько сегодня стоит бензин? A ako dopravu dneska pôjdem do práce a koľko dneska stojí benzín? Potom jeho mysl думає, а достаточно ли мне хорошо платят на этой работе? A ďalej jeho myšlienka je premýšľa nad tým, a vôbec dobre mi platia v tejto práci? A potom prijde na работу и думает, что начальник дурак. A príde do práce a pomyslí si, že jeho nadriadený je blbec. А потом еще на работе коллеги по работе тоже что-то не понравились. А потом в праце коллеги теж сами нечем не пачили. А потом он возвращается домой и думает, Господи, сколько тут машин. А потом придет домой и помыслит си, Пане Боже, сколько это аут. А еще дома у него уборка. А еще дома муси упратовать. А еще телефонные звонки. А до того телефонаты. А еще он тащил тяжелую сумку и что-то такое приболело пояснице. А еще дома утягал некую тяжкую ташку, а начала его болеть хребат. Ну а потом он ложится спать и думает, что-то мне не спится сегодня. А лягне си до постели спать, а помисли си, что никак днеска не вем заспать. А, да, я не помыл посуду. А, ано, забыла сам умыть ряды. На что используется самая сильная энергия человека, самая сильная во Вселенной? Чиже, на что používаем эту наисильнейшую энергию в целом весмире? На что человек využíva? На какие-то проблемы, которые при другом образе жизни вообще не должны существовать. Ako na akési problémy, malichernosti, ktoré pri inom spôsobe života vôbec neexistujú, nemajú čo existovať. Anastasii, nenúžno думать о жилище. Anastasia nemusí rozmýšľať nad domom, nad tým, kde žije. О питании. O strave. Её обслуживают полностью, обслуживают звери. Čiže jej úplne plný servis poskytujú zvieratka. С которыми она общается, как с домашними животными. С которыми са она расправа, коммуникуя, как с домашними зверятами. Она говорит, что питаться нужно, как дышать, не думая. Чиже она говорит о том, что стравоваться мамы так, как дыхаме, чиже вообще над тем не размышлять, не уважать. Этот образ жизни позволяет ей использовать свою энергию, энергию своей мысли для моделирование будущего. А tento способ života jej dovoluje využívať jej vlastnú energiu, energiu jej myslu, mysle, myšlieno, na to, aby ona dokázala formovať budúcnosť. Вот в этом, наверное, и заключается свобода человека. А podľa všetkého toto je práve tá sloboda človeka. Ste teda presvedčen, Vladimíre, že je
každý člověk může mít ty schopnosti jako Anastázie, když se oprostí od toho nepotřebného a napojí se vlastně na přírodu a vedení stvořitele. To jest byl uvěřen v tom, že každý člověk, u každého člověka je вот эти способности, как у Анастазии, если он освободится вот от всех этих мыслей и соединится со Вселенной, с нашим Богом Створителем. Но я мне трудно сказать, сможет ли он соединиться с Богом. Но ако тяжко бы я поведать, что сейчас докажем спорить с Богом Створителем. Но он, по крайней мере, познает Бога в большей степени, чем человек, который полностью погряз в нашем технократическом мире. Але минимально этот человек вяцей са докаже с ней на него напоить и похопить Бога, Створителя, как человек, который є поглотений тими-то технократическими видобитками и животом. Но вот представьте себе, кассира в супермаркете. Представьте себе покладника в супермаркете, которая стоит за кассой, которая стоит за покладню, целый день нажимает на кнопки, а целый день стлача някакие гомбички, чтобы посчитать стоимость покупки, которую вы делаете, и дать вам чек. Aby mohla zrátať vlastne cenu nákupu, ktorý robíte a dala vám doklad. Kasa vydajot ček. Čiže pokladňa vám vyklačí ten pokladničný doklad. A čem odličiaje od kasy mechanizmu železného? Это человек, который стоит за ним и нажимает кнопки. А какой раздел от той покладни, некоего кового механизма, тот человек, который стоит ведла ней? Мало чем. Это очень небадательный раздел. Ну вот такой большой-большой вопрос. Але вистала такая огромная отазка. А как этот человек позволил с собой так поступить, что превратиться в придаток этой кассы. Же, ако е можно, же человек вобез доволил нечто такое, же со стало власне неким компонентом, придатком к той покладне? Его кто-то заставил это сделать? Его некто донучил то-то уробить? Или он не понимает, что есть другая жизнь, и она, эта другая жизнь, зависит от него. Або не разумеет тому, что может быть некий иный живот, а этот живот зависит лишь от него самого. Я думаю, что если многие люди задумаются, они смогут изменить жизнь. Мислим си, что когда люди, многие люди замыслят, так докажут изменить живот. И вот идея создание родовых поместий, о которых вчера говорилось. А правда, тато идеал вытворения родовых статков, о которой вчера рассказывал, поможет это сделать. Поможет то-то ускуточнить. Знаете, родовые поместья могут влиять и на заработную плату людей, которые останутся в городе. Видите, родовые статки имеют вплив, або могут иметь вплив и на вышку приму людей, которые остались в месте. Заработная плата людей, которые будут жить в городе, будет повышаться. Ако выплата, або прием людей, которые останутся жить в месте, са будет навышивать. А почему она будет повышаться? А ако это можно, что са будет звышивать тенто плат? А вот давайте представим себе такую ситуацию. Представьте себе наследовую ситуацию. Человек, современный человек, ищет работу. Чиже современный человек си гляда працу. Он живет в квартире. Он живет в бите. И ему, конечно, нужно платить за квартиру, платить за электроэнергию, платить за воду, платить за вывоз мусора. А, самозрема, муси платить за коммунальные службы, за бит, за отвоз смети, электрину, плин.
Если он не будет это сделать, не будет это делать, а keď toto neurobi, не будет платить, а не будет платить, его могут квартиру забрать за долги. Так может до конца забрать и бить за долги. А работы достойной нет. А нема никакую достойную працу. Тогда человек соглашается на малооплачиваемую работу. А тогда человек как согласи и за слабоплаченную працу. Лишь бы как-то удержаться, уцепившись за эту жизнь, за эту квартиру. Лен, аби неко удержался и тенто живот, тенто бит. Другими словами, маленькие заработные платы потому маленькие, что люди соглашаются за них работать. Иными словами поведано, что те низкие платы су низкими, потому что люди согласия працовать за такую працу. А теперь давайте представим другую ситуацию. А теперь си представим иную ситуацию. Человек живет в родовом поместье. У него есть дом и гектар земли, на котором сад, грядки, что-то растет. Человек живет на родовом статку, ма свою зем, на которой ма властный дом, ма свою заграду, сад, някакие грядки, где нечо растет. К нему приходят и предлагают ему работу за деньги где-то. А за этим-то человеком приду, а понукну ему працу негде в месте за пеньязе. Если заработная плата, он просто на эту работу не пойдет и ничего не потеряет. Так, как это будет некий плат низкий, а он однодухо эту працу не примет, а ничего не стратит. Потому что у него есть работа в родовом поместье, которая принесет ему больше дохода. Потому что имеет работу на родовом статку, которая ему принесет больший прием. В этой ситуации работодатель будет повышать заработную плату. А за такие-то ситуации, власне, ты, что нам поскидывают работу, будут нутены понукнуть высшую плату. Ну вот так. Так же так. С удовольствием се зептам, jestli vidíte jako reálné, skutečné pro Slovenskou a Českou republiku, že bychom měli nárok vlastně uzákonit si ty rodové statky a vůbec ten životní styl, který potřebujeme, abychom byli ochráněni. A вот если вы думаете, если это реально, чтобы мы сделали какие-то законы, законом хранили людей, которые хотят жить в родовых поместьях и могли вот просто жить вот таким вот способом, если это возможно в Чехии и на Словакии. Да, возможно, особенно это возможно в Чехии, потому что там уже стала проблема, люди покидают села, деревни и уходят в город. No áno, je to veľmi reálne, obzvlášť v Čechách, pretože tam nastala taká situácia vyslovene vážna, že ľudia odchádzajú z dedín a do miest a tie zostávajú prázdne. Вот в Словакии эта проблема меньше. Ako na Slovensku je ten problém trochu menší. Но и для Словакии нужно, чтобы какое-то количество людей было в родовых поместьях. Але и на Словенску є потрібне, аби určité множество людей жило на таких-то родових статках. Чтобы эти люди производили экологически чистые продукты питания. Аби эти-то люди продуковали экологическое чистое потравины. В фермерском хозяйстве такое сделать невозможно. Ако на фармакском газдовстве таке уробить не є можне. Já prozradím posluchačům takovou novinku. Před 14 dny, po velmi, velmi dlouhé době, uskutečnil se slovanský rodový sněm občin. Byly založeny občiny v České, Slovenské republice, dokonce se přidali i v Maďarsku lidé, kteří se zasazují nejenom o svoji půdu, ale vlastně začínají si vytvářet to své přirozené prostředí. To ještě dvě neděli, kde to nazad, bylo slavianské sabrání v Čechii. Občin. Založili občiny. Nových občin. No i tam
То есть в Чехии и даже уже в Словакии, и даже в Венгрии просто люди начинают закладывать общины, которыми они просто законом охраняют свою землю. Zasazují se teda o to, vlastně na prvním jednání hlavně se jednalo o tom, že pojedou podle kopného práva svých předků, vlastně slovanských, to, co kdysi našim předkům fungovalo. To je, vot na tom prvním sobrání oni řešili, že pojedou po staroslavianském, po staroslavianských zákonech. A ještě jednu malinkou informaci pro vás i pro posluchače. Povedlo se na Slovensku z iniciace pár lidí, vlastně gazdů, který mají svoje přírodní hospodářství, využili toho, že byla otevřena ústava a zasadili se o půdu. A takže v ústavě teďkom je napsáno, což si tam prosadili lidé a opravdu se jim to povedlo, že půda v Slovenské republice už nebude vlastně prodejní artikl, ale národní přírodní bohatství. Jo, taká informace dla našich slušatelů i dla vás může být interesná to, že v Slovakii několik lidí udalo se uzakonit to, že země v Slovakii už není артикл не продукт, который можно продавать людям, а это национальное достоинство, ценность. Мы doufáme, že ta síla toho nového vědomí lidí, jak v rámci všech slovanských států, bude tak silné a propojené, že se nám podaří vlastně uchránit ty naše přirozené, nově vznikající přirozené prostory a člověk se bude moct rozvíjet. Jsme nadějíme se, že síla nového sознání slavianského národa nám pomůže jak by obezpečit naše prostě dostojenstvo národné, našu zemlu. Vy jste včera hovořil o takovém dobrém nápadu o pouti karavanu mužů a žen. To je, u vás včera byla taká очень хорошая, интересная идея о караванах, мобильных домах мужчин и женщин. Protože jde vlastně o to, jak jste krásně teda popsal, že je důležitý zachovat tu rovnováhu a že k ženě patří muž a k muži žena. Chtěl jsem se zeptat, jaký byste vymyslel název pro tu pouť karavanu, když bychom to chtěli rozjet ve větším měřítku a lidé, kdyby se chtěli zapojit. Mm-hmm, jestli můžete ustanovit spontánně název. To je, co to rozgovarilo, jak vážno, že byla mužina i ženšina, byli v městě i tak dále. A vopros takový, спонтанно, если вы можете просто придумать какое-то название вот этой караваны, как бы это назвать? Я хочу, вот почему караван? Я хочу, чтобы вот едут люди из России, они останавливаются в каком-то там кемпинге или мотеле на 2-3 дня, заранее объявлено все это. Туда могут приезжать люди, чтобы с ними поговорить, но это... Едут люди, которые создают родовые поместья. Туда съезжаются люди из разных мест, у них проходят вечера, они между собой общаются. И туда приезжают люди, которые ищут себе спутника жизни, с которым можно создавать родовое поместье, с которым можно создавать семью, рожать детей и так далее, и так далее. Вот это хорошее, видно, вы про это думали уже. Ну давайте, может быть, вы изложите вот эту вот идею, может быть, читатели название подскажут, а я тоже буду думать. Это очень хороший напад, что видеть, что вы над этим много размышляли. А в подстате идея эта, потому что мы так-то встретаваем, люди придут, 2-3 часа разговариваем, а каждый себя разъедет.
čo je škoda. Ako každý z nás hľadá nejakého spoločníka svojim životom a nejakého spoločníka, s ktorým by obzvlášť mohol vytvárať aj tento svoj rodový statok, svoj priestor. A ideja je taká, že naozaj treba napríklad z Ruska prídu ľudia. Už vopred je to všetko ohlásené, zabezpečené, nejaké miesto v kempingoch alebo niekde, kde sa trávia ľudia, ktorí už napríklad zakladajú tieto rodové statky, kde sa zastavia na nejaké 2-3 dni a za nimi prídu ostatní ľudia, ktorí tam s nimi strávia spoločne nejaký čas, spoločne komunikujú, vymieňajú si tieto informácie a tak ďalej. Proste, aby ste posunuli ďalej toto aj našim poslucháčom a možno aj naši poslucháči prídu na nejaký taký vhodný názor. Ja želám od vašim слушателям прийти в новую цивилизацию. Ako a prajem vašim poslucháčom, aby prišli k novej civilizácii. Не поодиночке, а семьями. A nie osamotene, každý sám, ale v spoločnosti s rodinou. Не просто с женой, а с любимой женой. A nie len s manželkou, ale práve s milovanou manželkou. Не просто с девушкой, а с любимой девушкой. А не len с приятелкой, а с милованной приятелкой. И а для женщин, ну вот многие мужчины сейчас готовы быть, готовятся стать достойным той женщины, которая, с которой он пойдет к новой цивилизации. A pre ženy mnohí muži už sú pripravení stať sa dôstojnými tej žene, s ktorou oni pôjdu smerom k novej civilizácii. Вот я говорю так, а уже желание такое возникает поехать с этим караваном. Akože ja to teraz len rozprávam a už mám veľmi také silné prianie istou karavánou. Спасибо вам. Ďakujem vám veľmi.